В Тирасполе прошел благотворительный концерт в поддержку нашей коллеги Инны Сипиты. Она борется с тяжелым заболеванием острым лейкозом. Сейчас Инна находится в Израиле, и деньги нужны для пересадки костного мозга. Инна сейчас закончила 4-й курс химиотерапии и готовится к операции. Ее брат родной приехал в Израиль для того, чтобы сдать анализ на совместимость. На следующей неделе анализ уже должен быть готов. Если они совместимы по всем параметрам, то операция будет стоить в районе 138 тысяч долларов. Если они с братом несовместимы, то больница обращается за поиском донора, и тогда сумма операции возрастает до 200 тысяч долларов. Все собранные от продажи билетов деньги пойдут на лечение Инны. Благотворительный концерт стал площадкой для смешения различных стилей, жанров и даже видов искусства. На сцене Дворца Республики выступили приднестровские танцоры, музыканты, вокалисты и КВНщики. В этот день их объединило искусство ради жизни. Я хочу пожелать ей, чтобы она поскорее выздоравливала, набирала сил и чтобы знала о том, что все люди знают о ее горе и искренне желают ей помочь. В хорошем настроении и отрадно понимать, что все, кто здесь находится, это неравнодушные люди, и вам не безразличны судьба и здоровье Инны Сипиты. Действительно, мы прекрасно понимаем, что помочь дорогому нам человеку мы можем только вместе, только сообща. Знаете, неважно, где мы живем, на каком языке мы говорим, все получится, когда вместе. Имприуны. Действительно символично, что поддержать Инну в этот день пришел детский вокальный коллектив из города Бендеры, название которого «Эмприоны». Встречайте! Или практика хочу, я его читать, писать.